Всем привет, добро пожаловать на мой мукбанг-канал. Сегодня у нас чаепитие с выпечкой покупной. Новинки, так сказать, в нашей пятерочке, которую только заново отремонтировали и открыли. И там появились у них выпечка. Чего, о чем я мечтала. Вот. Также чай с бергамотом. Только штучка для заваривания. Я в одной кореянке видела и думаю, какая удобная штука. А то моя клубничка вообще неудобная в силиконовой, это ужас какой-то. Хочу сказать большое спасибо Сергею Анатольевичу за донат. Счастья, здоровья, успехов во всем. Всего самого хорошего и наилучшего. И также у нас Вероника Васильевна, тоже спасибо огромное за здоровье, счастья, успехов, много денег, улыбок побольше и всего самого хорошего. Спасибо огромное. На сегодня вопросики. Очень жарко, все потеет. У нас плюс 25, это ужас. Просто ужас. Я тут с кипятком. Так, сочники. Сочники я пробовала, поэтому сочники. Да потом давайте вот это вот. Очень напоминает, как я люблю булку из льда со шпинатом. Такая улитка. Улитка. А это с творогом. Угу. Я ее нюхала. Она прям пахла сладеньким таким. Представляете? Вчера сидела в ТикТоке. Минут 5. Я давно туда не заходила. Думаю, ленту полистаю, тренды посмотрю. И знаете, попался мне один канал Четя. И видео чьё-то. Чей канал не знаю, а видео чьё... Не знаю, даже не знаю, чьё видео было. Всё записка, что я неадекватная. Мне похрен. Значит, какой-то канал ТикТок, мукбанги. Там для ТикТока очень маленькая... Сумма подписчиков, ну, может, канал новый, не знаю. Ну, просмотры там, кстати, неплохие. Особенно на моих видео, конечно же. И комментариев, ну, по 3000 комментариев. И знаете, в чем проблема? Что, ну, ладно, меня больше всех там как будто обсирают, но это не важно. Очень странно, что... Человек выкладывает мои видео, кого-то еще там, Галина Малину, кто-то там еще был, Снежана видео. Ну, бывает там где-то так. Там на Галину написал, кто был Женой, еще что-то. То есть на каждую какую-то хрень пишется. То есть странно, что автор берет наше видео и поддерживает, так сказать, когда иногда такую просто жесть пишут, чуть ли не умри. Очень странно. Что человек не фильтрует комментарии. Знаете, как бы после такого хочется кинуть страйк. Но я подумаю. Потому что как-то не по-человечески получается. И сейчас появились там на некоторых видео названия пишут. Она подавилась там едой. Будьте аккуратны. Потом... Вот в недавнем видео я оговорилась, я исправила, когда я говорила про цветное окрашивание, типа, что бабки в 70 красят, я сказала в 30, но я написала звездочка в 70. И вы, знаете, взяли из контекста и вставили. Еще написали текст в 30 лет, хотя там видно в 70 написано. Понимаете, да, как это сучара? Также мне 30. Логично было, что я не о себе говорила. И не бабки в 30.
Тем более, я надеюсь, мои зрители уже привыкли, что я постоянно говорю одно, думаю про другое. Там ложку вилкой назвать или наоборот. Поэтому, если ты сможешь, смотри меня. Так, пожалуйста, похеру. Ну, когда так по-свински к тебе относятся, просмотры на тебя делают. Я понимаю, что я обсуждаю. Уже там пирсинг, розовые волосы, это уже все красная тряпка. Да, отстал. Можешь прямо это вырезать. Пусть они почитают, послушают, точнее. Также такая штучка. Все, отвечаю на вопрос. Вот это хруст погромче, помощнее. Клубника немножко у меня попалась. А что внутри, не понимаю, творог. Так, вопрос. Светлана Жиркова, привет тебе огромный. Вопрос, значит. Если тебе напишет какой-то молодой человек с намерением познакомиться, и он тебя очень заинтересует, то сможешь ли ты начать отношения с ним? Ходить, гулять в кино, в кафе и т.д. Просто ты как-то говорила, что боишься людей, не ходишь никуда гулять, ни с кем не общаешься. Такое может быть. Я этого и жду. Ну ладно, нет, не жду. Я вот подписана тоже на девочку одну. Мукбанги снимает. Мне она нравится. Я как поняла, она была типа зрителем, познакомилась с Марком интровертом. Я начала про все говорили. И как бы она уже и к нему ездила пару раз. То есть люди общаются, дружат, не знаю, неважно. И она к нему приезжает, что такое. То есть, видите, все реально. Конечно же. Если Марк интроверт, интроверт. Кстати, чем-то похоже. Такие закрытые в себе люди. Я не понимаю, как эта хрень называется. Не могу описать. Такая кремовая текстура. Крем. Крем такой. Я не пробовала такой крем, я не знаю. Поэтому, да. Но мне очень тяжело понравиться. Поэтому я буду одна до конца своих дней. Не смешно, ладно. Так, наверное, это самца. С мясом или с чем, не знаю. Но она прям черная, конечно. Да, самца, я чувствую мясо. Чувствую соль. На максимум. Ой, чуть не уронила.
считаю, что, наверное, ни у кого нет шансов. Ну, тем, кому я нравлюсь. Как всегда. Тебе нравятся одни, но ты мне нравишься. Зато ты нравишься другим, но они тебе не нравятся. Как-то так. Дальше. Милана. Сплит. Ван. Стасия. Привет огромный. Это снова Милана. Привет, Милана. Кстати, под прошлым видео был такой комментарий, конечно, от человека, который мне пишет постоянно гадости. Хорошо, что я могу это посмотреть, но я всегда забываю, что если кто-то пишет хейт, можно посмотреть, что он написал, и там все плохо, ничего хорошего. Мне написали, что я специально намекаю, что я хочу на дикую мяту, но типа денег нет. Я бы туда не пошла. Тем более одной. У меня нет друзей, поэтому шансы туда пойду. 1%. Ладно, пусть. Пусть будет 1%. Потому что одному туда все-таки как-то кто-то едет в компании развлекаться, они не готовы, да, с кем-то общаться там, с какими-то неизвестными типами. Поэтому я бы туда не пошла, да и тяжело. Я это говорила, потому что я правда смотрела видео. Почему всех сразу думают какие-то намеки? Это уже не первый раз. Были, зачем намеки, если можно сразу сказать, ребята, собираем сбор. Но он шутка, я бы так не сказала. Но это был не намек. А я еще не смотрела еще про Burning Man, узнала. Дошла до этого фестиваля, там русскоговорящий. Кто-то в Америке живет, кто-то из России ехал туда, в пустыне фестиваль. Там, короче, кто голый, кто не голый, кто в прикиде, не в прикиде, на великах, пустыня, очки. Потому что песчаные бури. Представляю, какие там цены. Ха. Там большими компаниями все приезжают по 100 человек и больше, и меньше. И посвящение, конечно, в песке поваляться, такое себе. Так, я что, теперь намекаю тоже туда хочу? Ну нифига себе, губу раскатала. Вопросы. Опять ни хрена не успела, да? Вкусно. Я забыла, с ним как свинья опять ела. Хрю-хрю. Тут крошек. Так, отечественные и зарубежные музыкальные исполнители, те, всех люблю. Русский рок, это прям, я обожаю, и зарубежный рок, и все остальные жанры и тяжелой музыки я люблю. И электронка, тоже, в принципе, там и наши, и не наши. Исполнитель мне очень нравится. Читаешь книжки, есть любимый автор, какое любимое произведение? Книжки не читаю, такое хобби мне не нравится. Слишком скучно. Вот. Ну, любимый автор не знаю, но мне нравится, например, произведение. Но это не произведение, это эзотерика. Трансерфинг реальности. Там и вот эти 7 навыков каких-то там людей. Кстати, она реально прикольная книжка. Но я, блин, не знаю, сколько лет, 7? Ну, это не 7, лет 5 назад читала. Поэтому я не помню даже, кто автор. Сочники не хочу. Они, кстати, по-моему, слоёные тесто.
учишь иностранный язык. Я пыталась. Я не могу запомнить ни слова. Я все путаю. Очень сложно. В школе тоже не учила его, потому что так преподносят, что тебе, в принципе, неинтересно. Есть любимое шоу? Шоу. Пацанки. Единственное шоу пока, которое я смотрю. Каждую серию. Ой, каждый сезон. Ну и раньше «Беременна 16» нравилась. Сейчас как-то не очень. У меня весь лоб мокрый. Очень вкусная булочка и очень вкусный творог такой сладковатый, свеженький творог. Не кислый ничего, не воняет. Описал. Окей, ладно. А что сочинка начинает? Сразу с творогом тоже. Поэтому шоу, блин, не знаю. Экстрасенсов не смотрю. Что еще есть? Всякие барышни-крестьянки, что такое, тоже не смотрю. Чаду и Зада тоже одну серию посмотрела. Или две в первом сезоне. Больше ни хрена не знаю. Не знаю. Потом после видео вспомню. Чем коротаешь свободное время? Сейчас осваиваю новое хобби. Про хобби? Блин, я не люблю говорить почему-то. Потому что потом не получается, как всегда, руки и жопы. И как будто просто так сказала, и нихера как обычно не получилось. Потом не хочу говорить. Это как с эпоксидкой было. Очень сложно. Что обычно едешь без мукбангов? Шоколадки, чай, булки, суп какой-нибудь, или гороховый, или борщ. Котлета. Макароны. Ну, в основном что-то такое. Вредная. Блин. Я могу одними булками и шоколадками питаться. Я знаю, это неправильно. Я не могу, у меня зависимость. Я уже какой день тихо, все, нет, нет. Когда это было, когда я говорила на видео? Давно? Угу. Так вкусно. Я заходила к хирургу, забыла сказать в этом. В следующем видео. Ну, под конец уже не буду рассказывать. Все, не хочу больше. Ты лопнул. Спасибо большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.